Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы рассмотрим профессии на версии Легиона 7.3. На ПТР-версию уже установлено это обновление и было добавлено несколько новых интересных вещичек. Начнем же. Начнем с кузнечного дела. Обучимся. Принимаем. Открываем вкладку профессий. Откроем вкладку неизучено и попытаемся найти новые интересные крафты. Первый – это эмпиритовая кераса, которая делается из эмпирита, это, скорее всего, новая руда, и из изначального сергерита. Я думаю, это что-то типа новой крови сергероса, на самом деле. Будет ли она дропать с инстов? Это весьма интересно. Далее, якорь из сланца скверны. Насколько правильно гласит перевод, то что это якорь, который позволяет вам, находясь в воде, опуститься на дно. Ну, не на дно скады, рекаунта, а на морское дно имеется в виду. По-моему, у инженеров есть аналогичная вещичка, только поднимающая вас вверх. Весьма интересно, забавно. Интересно, будет ли она расходуемым предметом, или ее можно будет юзать бесконечно. Посмотрим. Итак, алхимия. Откроем, посмотрим, что нового у нас здесь. По-любому какая-нибудь трансмутация будет новая, зелье. Итак. Звездный алхимический камень. А, получается, аналог ли это? Или это просто усиленная версия какая-то? Сейчас заценим. А, ну, просто усиленная версия, да и по факту требующая в своем крафте инфернальный алхимический камень. То есть старые реагенты также не теряют свою актуальность. Ну и крафтится из новой травы, 75 венка и 5 этого сергерита. Итак, эликсир крови света, наносящий 100 тысяч дамага демонам. И, возможно, его используем только в Аргусе. Ну, это новая территория, планета, все-таки, как-никак, в 7.3 мы летим туда. И на расколотых островах, то есть наша вот эта первичная локация. Требуется 25 юнка и 1 сергерит. Хорошо. А, слезы Нару, реагенты аналогичные. Отображение ближайших демонов. Ну, такое себе. Это, по-моему, были раньше аналоги всякие старых реагентов. Ну, а сейчас просто из новых можно сделать себе. Окей. Далее, трансмутация. Кровь Саргераса в сергерит. Интересно, интересно весьма. Ну, а тут получается все так же. Еще больше интересно, как будет добываться этот сергерит. Тяжко ли или так же. Смотрим. Так, сбросим сразу алхимию и изучим инженерочку. Так, изучаем инженерное дело. Принимаем. Угу. Открываем. Смотрим. Так. Так. По-моему, новых головострелов не придумали. Угу. Хорошо. Тут все по-старому. Это все тоже по-старому. Угу. Генератор червоточины Аргус. Ну, инженеры знают, как работают генератор червоточины. Так что генератор червоточины на Аргус, по факту, мне кажется, ничем не будет отличаться. Далее, антигравитационные туфли позволяют дальше прыгать. Ну, короче, интересная вещичка на самом деле. Надо будет испытать ее. Так что позаботьтесь о том, чтобы какой-нибудь инженер вам их скрафтил и как раз-таки испытайте этот предмет на себе. Окей. Также отменяем. Зайдем в кожевенную лавку, изучим кожевничество. Итак, кожевничество. Вкладка не изучена. Барабаны были, все эти игрушки были, это все было. Это легендарочка наша, которая крафтится даже сейчас. А это наплечные щитки. 865-го эквипа, из новой кожи, из новой ткани, из старых когтей. И из нового реагента, сергерита. Нравится мне это слово, сергерит. Такое классное на самом деле.
Так, а тут получается все по-старому. Так, идем дальше. Пока что еще ничего нового. Все старое, старое. Вот, опять наплечник. Также кожа, ткань, зубы, саргириты. Но это уже дренорские пошли. Слава гарнизонам. Так, отказаться от этой профессии. А тут у нас партняшка. Давайте пойдем изучим, посмотрим, что у нас в партняшке новенького. Итак, изучить, обучиться. Так, эта легендарочка уже была. Светлотканные брюки. Ткань, реагенты, саргирит. Ну, эти реагенты, они там у торговца покупают в свободном доступе. После некоторых цепочек квестов на партнерочку. Так, плащи. Плащи получаются аналогично такие же. Так, вкладка другое. Тоже ничего не поменялось. Ну, такие некоторые крафты шмоты, и вот знаете, интересно, что в кузнечке, что в партняшке, что в кожевке добавился только один конкретный предмет. То есть чисто ноги, чисто плечи, чисто нагрудник в кузнечке, а другие слоты. Не знаю, хотелось бы на самом деле, чтобы их добавили со временем. Было бы классно. Ювелирка мне говорили то, что там вот такие классные крафты добавили, прям, ух. Ну, давайте глянем. Обучиться. Отменим партняшку. Ну, давайте посмотрим. Это у нас все одинаково, такие же перстни, все отлично в этом плане. Так, всякие классовые шеи идут. Еще классовые шеи, еще. Так, подвески всякие ненужные левые. О! Аргулит искусности. Он идет за место глаза саблезуба. Как я правильно понимаю. Он дает 250 основного стата и дает 188 искусности. И у нас вылетает Warcraft с ошибкой, когда мы пытаемся посмотреть этот камушек. Не беда, сейчас быстренько зайдем, это дело поправимое. Все-таки ПТР относительно нестабилен. И ближайшие, мне кажется, да какой ближайший, это всегда так было, есть и будет, то, что ошибки всякие, вылеты, дисконнект. А если не зайдет? Ну что тогда будете делать? Все. Осталось-то еще начертание. Ну и ювелирка, конечно же. Все-таки, что я аргулит этот осмотрел и толку-то с него. Надо осмотреть дальше. Отойду-ка я от этого места, потому что обычно, когда в лавке ювелира стоишь, меня и в прошлый раз дисконнектнуло, и в этот раз. Грустно все с этого. Так, тут мы все осмотрели. Ох ты! Кожаная голова, тканевая голова, кольчужная, как они выглядят? Вы взгляните просто. Но это же сказка. О, кольчужная, латная. Они хоть отличаются как-то? Не понимаю. Да, на самом деле, как это называется? Ну, вот этот кружок, который прилегает к голове, он меняется по цвету. Видите, то есть сейчас он там беленький такой, сейчас он оранжевенький. Классно. И то есть делается из вот этих всяких камушков интересных. Хорошо. Так, эти камни у нас так и остались, по 150, глаз саблезуба крафтится все так же. И вот новые камни интересные, то есть main stat плюс крит, main stat плюс скорость, main stat плюс универсальность. Остался также старый глаз саблезуба, но похоже при получении аргулитов
и всяких вот таких эпических других камней, ну, синих, а впоследствии в огранке они станут эпическими, мне кажется, ценность глазика саблезуба пропадет, увы. Ну и что, последняя профессия это... Ага, еще же наложение чар. Как я мог забыть о нем? Так, ну что ж, давайте, начертание. Итак, открываем, смотрим. Вкладка не изучена, наша любимая. Так, массовое измельчение астрального вьюнка. Ну, это травка новая. Руны, 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 руны. Руны, 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 руны. Много рун. Так, всякие интересные песни. Это было, это тоже было. Ну, по-любому для начертания добавят, опять же, новые рунки. Да и по факту все. Может, какую-нибудь новую колоду, еще одну. Так, стираем наши профессии. И последняя профессия — это наложение чар. Книги иллюзии остались по-старому. Чарки, получается, аналогичные в текущий момент. Да-да, на самом деле в текущий момент конкретно вложение чар все так же. Ну, в текущий момент именно так выглядят профессии на версии 7.3.0, на самом первом билде, который только был установлен на ПТР-версию. Как-то так все это дело обстоит. Вылетело, конечно, неприятно. Момент уж этот я вырезать не буду, он не слишком такой длинный был, да и зашел я относительно быстро. На самом деле хотел видосик выпустить еще в среду, но в среду при записи видосика там просто дисконнектило, можно сказать, каждую минуту. И уж сидеть так долго, рендерить видос тот я не был намерен. Так что вот так вот. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Реагентов новых побольше, когда выйдет Аргус. Не знаю, когда он выйдет, на самом деле, мне кажется, ну где-то в октябре, ноябре, может в сентябре, ну осенью, да, скорее всего, осенью 2017-го, скорее всего. Вот, там что у нас получается? Выходит 7.3, потом через какое-то время 7.3.5, а в 7.3.5 будет рейдик. Вот. Анторус, Пылающий Трон. Последний босс, Аргус Порабощенный. С лутом, между прочим, лут уже добавлен, кстати. Даже эквип есть определенный, можно уже, ну, понять, какой эквип дропает. Классно, классно на самом деле. Ну, шея даже падает лучше, чем у меня с Элфуэра. Понимаете? Насколько все классно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.